я начинаю рачить по жесткому. Как всегда. А ты представь, что я не записываю видео просто. В смысле? Я тогда стрим хочу. Всем привет, и сегодня я для вас записал очень интересную катку, в которой я сражался вместе со своими знакомыми в королевской битве, в сквадах, против сквадов, там еще было дофига монстров. В общем, если вам понравится, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Дискорд, ссылка, если что, в описании. В конце я не буду прощаться, я просто вам махну так рукой. И все. Так что приятного просмотра. Никита не обидится. Точно? А вот откуда вы знаете, вот где я живу? А может, я рядом с вами совсем живу прям вот? У меня очень много знакомых, Никит. Такое чувство, что все знакомые Никиты. О, кстати, тут ПП золотой лежит. Никому не надо. Черт, эти. Как же тут неудобно прыгать по машинам. Че там, говоришь, ПП золотой где-то валяется? Я забрала. Эх, ну ладно. Это все потому, что ты на стрим не хочешь. Вот если бы ты согласился на стрим, я бы тебе отдал золотой. Тоже мне оправдание. В смысле, нормальный аргумент. Опа, что тут спрятано? Ну и так, и да, все окей, ничего. Так, а вы уже убегаете. Ой, нам, кстати, далеко нужно идти. Вы знаете? Ну, да. Да. Да, только убегать можно. Ну, кому с горы, тому легче, конечно, улететь. У меня, короче, ой, тут у меня где-то рядом появился. Ой, у меня прям рядом монстры появились. Ну да, они там часто спавнятся. Так. Надеюсь, ты не улетаешь? А что, вы переживаете? Слишком далеко. Да, потому что у меня портал. Но у меня тоже есть портал. Ладно, мы с тобой. Ну, сейчас я бегу тогда холм. Ты у нас красного цвета. Может, ты побежишь к Никите? Нахуй мне нужен. Ну, я как раз туда бегу. Просто все встретимся. Окей, сейчас тогда путаю последний дом и бегу к вам. А зона идет. Да, ты там хотя бы утаешься. Вот такое, знаешь, у меня это небольшая цель. У меня мало патронов. Помпа и МК синяя, все. Остальное так, типа. Типа, что было. Ну чё, мы летим или как? Да. Или Никиту подождать? Пошли за Никитой. Ой-ой-ой, уже зона. Нормально все. Так,
Можно я это возьму? Так, мы куда летим сейчас? Куда поближе, да? В зоне? Тут хуяри, блядь. Давай сейчас в одной точке все встретимся и еще раз заюзаем портал. Давай вот здесь, наверное. А я не долетаю до туда. Я, блядь, с другой стороны даже полетел. Ну, встречаемся давайте. Мы, в принципе, уже добежать можем. Так, у нас 40 секунд, да? Я хочу патроны это еще набрать. У меня челюсть. Но они пока меня не наблюдают. Смотри внимательно, еще приземляется. Так, кто-то там ракетницы уже палит. Ну да, их вижу. Но они меня тоже не палят. Так, а ты уже так, там... у меня тут чеки. А, идите сюда. Я спряталась по стене. Хорошо, иду. Так, это ты, окей. Вон, вижу все. Закрылась. Минус 66. Есть. Еще, еще идет. О, спасибо. О, можно мне дробашить? Ладно, давай. Так, патрончики пособираем. О! Можно? О, патроны. Вот теперь, в принципе, можем ездить в портал. Что-то с них прям очень много выпадает именно для автомата. Как же все шумно, капец. Окей. Так. Давайте вот сюда тогда прям наверху. А, хотя не долетим. Так, может, ладно. Давайте на эту попробуем. Челики бить тут, ну, выглядит. Справа. Да. Угу, вижу. А, ну пусть пиздится. Не наша проблема. Серьезно, ты заламы? Заламы, чё? Че, мы вдвоем а че, я один вообще, что ли? Не-не-не, я рядышком, считай. Сейчас прибегу к тебе. Я хочу утонуть. Блять, как я тут из меня нет? Опа, кто-то катится ко мне тут. Куст катается. Прячешься? Да не, я в него выстрелил, да и все. Он меня испугался сам. Так, вали отсюда. Я к вам подъезжаю. Это в нас стреляют со снайпы? Нет. Серьезно? Да, вот он здесь. Иди возьми ее. А я не заберу. А, не, это в нас стреляют со снайпы. Да, я уже поняла. Ну все, ладно. Как-то все сложно, непонятно. А я тут за кем бегу, да? А, это за тобой. Ой, они за вами приехали. Да? Да. Хуёво, сейчас прибегу. Так
нет, я ушел. Го в машину, 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 машину. Что? Давай, валим. Садись, садись. Бля, я пытаюсь, все. Куда я укатился вообще, а? А где челик? Обостало ни у кого? Порталов подожди, больше нету. Оу, кто-то гранатами пуляется у нас там. Что-то козел, а? Где он? Так портал есть или нет? Нету. Закончились все порталы. Чё, встать, Никита, там двое челиков к нам едут. Пизда мне. Так, блин. За тобой не переходит. Макс, давай. Где? Подними Юлю. Хорошо. У тебя ХП мало, тебе выгод... Мне выгоднее. Будем надеяться, потому что сейчас будет нормально все. Так, у тебя щитов тоже нет, да? Там же еще челики есть. Я убил двоих. Они умерли? Бля, так, на, щиты еще заодно. У меня есть костер. Слышишь, у меня есть костер, поэтому мы должны быстро уебать зону. Тут РПГ есть. Я возьму РПГ одно. Я без РПГ как без ног. Так, что тут есть нормальное, вот, не знаю. О, хэви снайпа. А, так тут есть шанс. Я вот тогда снайпу возьму, ладно. А снайпу, хорошо. Знаю, бронь, а ты нет. Я тогда возьму арбалет. Мне бинты не нужны. Костер есть. Давайте костер поставим. Я могу. Полетели, полетели. Да, мы не успеем? Да, давайте тогда. Окей. Я не знаю, зачем я это взял, ладно. Далеко. Учитывая, что у меня ХП нет, так бежать мне, ну как все проще. Ладно, добегаем вот это сюда. Я выстраиваюсь, мы хилимся. У меня есть идея. У меня есть идея, ребят. Мы так далеко не докатимся. Не так это работает, я тебе так скажу. Нормально, я вон качусь вовсю. Бляха, там форт. Ай! К нам челики летят. Точнее, один, я других не видел. Я ломанный в рот. Что у тебя там? Ты не умеешь? Нет. Чё, там никого в форту нету? Да вроде никого. Давайте займем. У меня только тут эти. Вон, ну, конечно, почему бы прям рядышком не встать, чтобы прям монстры могли ломать нас. Можно было и наверх забраться. Тут аптечка, кстати, валяется, я возьму. А на монстров ушка работает? Да. Ну нормально тогда. Сейчас надо деревья отсюда костер, спилить. Поставь еще это, Никита, я не знаю, сейчас 58. Я его сам видел. Кстати. Я похилила. На 40 врагов видел в порту, кстати. Да? Сундук какой-то там. Че, они вот там, то есть на горе сражаются сейчас, да? А вот, кстати, нормально, никого не хватит. А мне, блядь, броня постоянно восстанавливается. Можно убрать? У меня есть идея, да. Смотри, короче. Надо понаставить еще ловушек. Да потому что монстры легко сломают все. Но не так, конечно, это работает. Это нормально, если к нам кто-то сейчас заберется, мы хотя бы. Я, короче, монстр. Я не могу выбраться нормально.
А, как отредактировать? Теперь мне. Ломай! А, есть, отредактировал. А где никто фармится, я не могу понять. Дай пройти. Я чё... Спасибо. Кто-то у нас уже идет? А, это вы ломаете просто. Там, кстати, порталы есть. Нам рушат и... Тут летит. Нам... Сверху на дереве! Блять, я пытаюсь... Минус, все. Готов. Тут хроника есть, кстати. Пять. Я патрончики взял. Так, на нас ракета летит или куда? Тут какая-то рампа опасная. Кто-нибудь может, возьмите лучше порталы. Вон там порталы лежат, вот и спавны, бля. Вот и спавны, они сейчас заспавнятся. Да блин, там прям на складе двое чуваков. Я вижу. Изи стоят. Да блин, я не могу в них попасть снайпой, капец. Попало, попало. С арбалетом. Все, они боятся нас. Минус 157. Так, где-то еще были чуваки. Да. Давайте в зону пойдем застроимся. Блять, а там же этот, сука. Надо обходить. Вы уже внизу? Да, я уже иду в зону. На меня уже эти хуилы, и нужно их... Я иду в зону. Макс, рушь сам этот. Что? Я буду типа. А, все, я понял. Да. Ломаю, ломаю. Черт, ко мне тут тоже идут просто. Все, готов. Блин, они аж из зоны идут. Блин, еще одна появилась, капец. Челик бежит. Он прям. Ну... Против нас, блядь, остался один. Дайте мне его убить. А чё сразу один тебе? Остался... Макс, это ты его убил? Да. Блин. Ну. Я думала, это я. Хочешь конфетку, Макс? Давай. Да, теперь можно вести. Ну все, мы молодцы просто.